Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Об. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор силиконовой формы на планшете пуговицы. Если вы любите печь, но часто отказываетесь от этого занятия, потому что боитесь, что ваша выпечка подгорит или неправильно приготовится, то спешим вас обрадовать. Теперь у нас можно приобрести практичные формы планшета, в которых вы сможете готовить абсолютно все. Силиконовая форма планшет-пуговицы идеально подойдет под печенье, шоколад и прочие блюда. Также вы сможете ее использовать под косметическую продукцию, мыло или свечи. Преимущество данного изделия в том, что оно прекрасно переносит любые температуры, и в нем можно замораживать, запекать либо охлаждать. Чтобы форма прослужила долгое время, вам не придется прикладывать никаких усилий. Она сделана из прочного силикона, который не рвется, а легко моется и обладает антипригарными свойствами. Поэтому любые продукты, приготовленные в ней, будут легко выниматься. Если вы будете готовить в такой форме выпечку, то она получится пышной и ароматной за счет того, что силикон обладает хорошей теплопроводностью. Блюдо в нем готовится быстрее и припекается со всех сторон. Преимущество силиконовой формы планшета пуговицы такова. Сделана из прочного силикона, который не портится со временем и нуждается в сложном уходе. Благодаря антипригарному покрытию продукты в такой форме не выгорают. Не впитывает запахов красителей. Подходит под косметическую продукцию, выпечку, свечи и мыло. Вот так выглядит данная формочка. Она такая эластичная, пластичная. Вот такая. А вот такие изделия получаются из этой формочки. В данном случае это мыло. Вот такие красивые пуговички. Разных размеров. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!